Здесь не будет скучных лекций, учить формулы и законы вас не заставят. Хотя один умный профессор предложит помериться интеллектом. Не бойтесь, двойку в журнал не поставит. На фестивале роботов RoboStars все машины – друзья человека. Фестиваль интерактивен. Абсолютно с любым роботом можно повзаимодействовать, поуправлять, поговорить на абсолютно различные темы. Также они могут потанцевать. Фестиваль роботов RoboStars открывает свои двери уже 8 декабря. Пообщаться с талантливыми и очень симпатичными машинами можно будет на протяжении месяца. Здесь же все желающие смогут посетить занимательные мастер-классы по созданию и программированию роботов. Семейный фестиваль RoboStars будет работать на втором этаже торгово-развлекательного центра «Арена». Здесь даже взрослые мамы и папы становятся детьми.